Блин, ну Йети такой милый на самом деле, когда он меня не атакует. Чё это с ним? О, блин, козел рогатый! Эй, йоу, бро, меня зовут Пози, и добро пожаловать в Пиу-Пиу Симулятор. В этой серии мы с вами попали на снежную локацию, где мы должны накопить 1 миллиард коинов для того, чтобы попасть в цивилизацию, точнее в город. И напомню вам, что в прошлой серии я забыл купить вот на этой локации новое яичко. И, кстати, его вроде бы здесь даже нету, поэтому для меня это даже, знаете, своего рода небольшая передышечка. В общем-то, что я собираюсь сделать. В этой серии я обязательно открою яйцо за 100 миллионов и выбью себе какого-нибудь эпического питомца. Здесь всего лишь 2 пета, шансы 50 на 50. Они вроде одинаково крутые, хотя, возможно, они чем-то и отличаются, но я не знаю, у меня нет такого пета, я не тестировал. И сейчас я завалю этого Йети. Готово. Сейчас, короче, эту толпешку я всю завалю и заработаю целых 100 миллионов сразу же. Ну, что-то мне подсказывает, что эта локация будет примерно такая же по сложности, как и несколько предыдущих. Мы здесь все равно получаем одинаковое количество коинов, и как бы с этих мобов выпадает немного больше денег, поэтому я не вижу никаких проблем для того, чтобы не пройти эту локацию за одну серию. Это, знаете, своего рода для меня даже какой-то челлендж начался, что я пытаюсь за несколько серий пройти вообще весь симулятор. Я просто не люблю, когда симулятор растягивается там на 5, на 10 серий, на 1,5-2 часа прохождения, если его можно пройти за 40 минут, согласитесь, да? Я знаю, что многие из вас проходили кучу симуляторов, и есть такая тактика, что ты просто заходишь, фармишь, а потом уже наслаждаешься этим симулятором. Короче, яичко за 100 лямов. Думаю, покупать, не покупать. Если я куплю, то оттуда выпадет какой-то классный пет, и этот классный питомец мне поможет, я думаю. Давай-ка мы с тобой откроем одно такое яичко. Снежное яичко, между прочим. Сугробик открываем. И с сугробика мне выпадает Сноубани. Вау, это снежный кролик. И что вообще из себя представляет этот снежный кролик? Ого, вот это у него характеристики классные. Он даже круче некоторых питомцев, которые 7 уровня, и у него бонус 2,5 монетки. Ну давай мы его с тобой наденем. Не знаю, есть ли смысл его заменять на единорожку. Ну ладно, единорожку, видимо, придется снять. И давай мы с тобой наденем Сноубани. Извини, единорожка, я знаю, что ты эпический питомец, но бывает всякое, бывает, что поделать. Так, ну что ж, теперь давайте выносить всех этих снежных варлоков. Что это вообще за варлоки? Кто такие варлоки? Я не знаю, кто такие варлоки? Это типа просто колдуны, что ли, снежные? Как Финн и Джейки был. Ледяной король, да? Ледяные короли. Ну ничего, тогда в этой локации я буду Финном и Джейком, который будет раздавать всем этим снежным королям. Ну и Йети, конечно же, Йети. Блин, ну Йети такой милый на самом деле, когда он меня не атакует. Чё это с ним? О, блин, козел рогатый! Больно? Очень больно. Я уже 110 уровня, да, вы не поверите. Кстати, в этой серии я еще хотел купить оружку за 5000 робуксов, поэтому давай мы с тобой это сделаем. Купим самую дорогую оружку в этом симуляторе. Ну что же, я пополнил свой баланс на 10 тысяч робуксов. Нажимаем с вами Buy Now за 6 тысяч. Нажимаем. Покупаем, и вуаля, мы с вами купили бластер за 6000 робоксов. Да, я дурак. Что поделаешь? Вау, ничего себе он стреляет. На самом-то деле он достаточно быстро стреляет. И офигеть, я с него много денег получаю. Так, сколько у меня сейчас бабок уже? 68 миллионов? Ну, неплохо, неплохо. Так, нужно тогда поближе к Йети подобраться каким-то образом. Я просто бегу, стреляю по этим чувачкам, и... Да, слушайте, это примерно по скорости ровно столько же, сколько мы стреляли с этого огнемета. Правда, непонятно, зачем мы тогда его покупали, раз мы купили с вами пушку все равно за такое большое количество робоксов. Ну ничего, сейчас мы с вами будем копить себе миллиардик. Я просто буду бежать, стрелять абсолютно по всем, кого только смогу найти. Всех выносить буду с одного выстрела. Чисто изичный симулятор. Изичный. Вообще изи. Так, у меня уже есть 170 миллионов. Слушай, это шикардосно. До миллиарда вроде как недалеко, если я не ошибаюсь. Ну, вроде очень близко. До миллиарда совсем чуть-чуть, рукой как подать. Кого я обманываю? Мне еще очень долго фармить. Очень и очень долго. Следующая локация у нас за 1 миллиард, потом за 10 миллиардов и потом за 100 миллиардов. Вот интересно, что там будет за 100 миллиардов? Что будет в этом городе? Мне кажется, что на этом вулкане будут супер-мега сложные боссы, или же там вообще ничего не будет, знаете, типа финальный моб, какой-нибудь босс последний, который мы просто должны будем убить и получить
заплатить за него кучу денег и потом просто развлекаться. Или купить себе этот Rainbow Smash, когда дойдем до последней локации. Заново купить себе эту пушку, нам дадут наконец-таки эту возможность, потому что явно до конца игры на нее самому нереально накопить. 5 триллионов, я не знаю, кто будет столько фармить и кто будет столько копить, раз последняя локация стоит 100 миллиардов. Мне кажется, все просто разблокируют последний город и все, и спокойненько забивают на это все. Потому что это нереально дорого. Да ну его в баню. Фу, я уже 120 уровня тем временем. Ну знаете, уровень повышается достаточно быстро. Почему-то я думал, что 75 уровней здесь максимум. И пока что непонятно, как я должен потратить свои гемы. Где я должен их потратить? Как я их должен потратить? I don't know. И какого уровня тут у меня уже этот крабик? Крабик 20 уровня. Сноубанни 7 уровня. И 6x бонусов монету нам дает. Да, нужно как-то его немного круче прокачать, а то это слабый какой-то сноубанни. У меня даже единорожка круче, чем этот снежный кролик. Так что сейчас будем стараться прокачать нашего кролика. Так, стоп, у меня точно 364 миллиона? Да, 364 ляма. Вау, я почти дошел до полмиллиарда. Офигеть. Ну, это, знаете, так округлил всего лишь 140 миллионов, да? Так в реале все делаем. Вот у тебя есть там, да, 360 миллионов рублей, и ты такой думаешь, а, ладно, округлю это до полмиллиарда, я ж все равно миллионер, ха-ха-ха. Да, если бы все так было круто, было бы шикарно. Я бы не парился по поводу покупки робуксов. Я бы скупал все робуксы и покупал бы абсолютно все во всех симуляторах. Если все так было просто. Я должен говорить это таким грустным голосом, чтобы вы прочувствовались и поставили лайк под этой серией. Ну, за один круг я примерно получаю 50 лямов, если убиваю абсолютно всех мобов и мне никто не мешает. Если я сам убиваю йети, да, действительно, я получаю около 50 миллионов. Плюс-минус, да, может даже как-то больше. О, там сразу два йети. Так, выношу этого йети. А, это снеговик, это не йети. Блин, ну и где еще йети-то? Я их не вижу. Где йети-то? О-о-о, йети, грохнул его. Нет, здесь не было йети. А-а-а! Почему я зациклился на этом йети? Так, полмиллиарда накопили. Сегодня или никогда я пройду этот симулятор до конца. 3 серии этого уже вполне достаточно для того, чтобы завершить симуляторик и приступать к новому. У меня уже потихонечку начинает кружиться голова от того, что я бегаю кругами. Но ничего, я так просто не сдамся. Симулятор это как вызов, самый настоящий вызов. Где вы просто бегаете, защищаете локации во всех симуляторах одно и то же. Делаете так кругов 100 и приступаете к новой локации, где опять нужно сделать 100 кругов ада. Ну, впрочем, во всех симуляторах фактически одно и то же. Но это испытание, на то оно испытание, что ты должен его пройти, каким бы оно сложным не было. О, я могу купить все кроссовки, они дают скорость. Че, я раньше не знал, что они здесь есть. Офигеть! Ха-ха! Еще и бонусы есть. Coin мультиплеер. О, я могу ускорение себе купить. Прям кучу ускорений. Кучу денег получать. Так, ну что ж, я, в принципе, потратил все свои гемы на получение как можно больше монеточек. Так, ну и давайте купим все кроссовки какие-нибудь новенькие. Так, ну что ж, покупаем кроссовочки за 1,5 миллиона. И начинаем стрелять. Да, так бегать намного веселее. Так я точно могу всех выносить. И никого не пропустить. Первым подбегать к бигфутам всяким, да. Всех монстров самым первым убивать. Здесь периодически экран начинает краснеть. Это, возможно, тогда, когда меня ударяют. Не знаю, как они могут до меня так цепляться. Но, видимо, у них получается. Офигеть, я много получаю денег. Это все за счет того, что у меня уже большой уровень. И я купил этот апгрейд. Так быстро нафармиться, это нужно еще постараться. Все, 100 миллиардов. Ой, точнее, 1 миллиард. 100 миллиардов размечтался. И мы с вами попадаем в следующую локацию. Это у нас уже город. В городе мы будем убивать бандитов с этого бластера. У меня даже все немного подлагивает. Офигеть, я здесь быстро фармлюсь. 100 миллионов накопил просто как изи, как нечего делать. Полицейский офицер здесь, видимо, босс. Неужели босс такой простой, что я его тоже с одного выстрела убиваю? Это все эта пушечка решает, понимаете? Все это пушечка. По 10 миллионов с каждого моба мы получаем. Фу, ну до 10 миллиардов я очень легко дойду. Так, сколько у меня денег? 2 миллиарда 977 миллионов 532 тысячи 618. А, это у меня уже миллиарды, это не 300 миллионов. Это миллиарды. А, ну, ха-ха. Тогда локацию за 10 миллиардов я быстро разблокирую. Блин, как хорошо, что я себе этот бонус с кэшем купил. Так, у меня, видимо, 2 бонуса суммируются. Тот бонус, который я купил за робуксы, x2 кэш. И этот бонус, который я купил себе за гемы. Так, ну давай мы опять себе бонус какой-нибудь купим. А, это, видимо, максималочка. Нет, это не максималочка еще.
я еще плюс 2 добавил к нашим бонусам. Ну, с такими бонусами, да, очень быстро можно фармить себе 100 миллиардов. Возможно, так разработчики и задумывали, что ты накопишь много гемов, и после того, как ты накопишь много гемов, ты сможешь очень легко проходить этот симулятор. Главное, не забывать прокачивать эту штуку, но я вообще о ней не знал. Поэтому для нас в этой серии произошло новое открытие, представляете, да? Можно покупать бонусы, а также можно покупать бонусы нашим питомцам. Это тоже очень круто, но я уже все деньги потратил на бонусы кэшу, поэтому это уже бессмысленно, видимо. Давай купим сразу очень много гемов. Давай купим 50 тысяч гемов. 2000 робоксов, нет, давай 10 тысяч гемов купим. Это сколько? 700 робоксов, окей. Потрачу 700 робоксов, купил себе 10 тысяч гемов. Давай-ка мы себе опыт купим сразу. Да, несколько таких штучек, x2 опыт. X2 мультиплеер, X2 питомцам купили. Ну и давай кэш-бонус до конца прокачаем, что ли. Воу! Офигеть! X6 бонус к деньгам. Все, я накопил 10 миллиардов. Итак, разблокируем эту локацию. Ну сейчас я, по идее, буду очень просто качаться. Так, что это за локация? Тут у нас тигры. Ха-ха! Ну тут, наверное, нас король-лев должен напасть. Блин, за 10 миллиардов можно себе купить новую локацию. Офигеть, у меня денег. 22 миллиарда, 519 миллионов, 100 тысяч, 0,23. Давайте мы с вами купим сразу это яичко. Да, господи, что оно не покупается? О, все, покупаем его. Хоп-хоп-хоп, киндер-сюрприз, откройся. Опа, питомец, Грант, элефант мне выпал, слоник. Слоник, 40% шанс на него выпадение. И героический пет может выпасть. Опять слоник, 3 слона уже, нормально. Ну что ж, давай наденем слонов. Слоники дают нехилые бонусы. Так, тогда, извини, Бакс Банни, мне придется тебя снять. Летучую мышь сниму, надену одного слоника. Ну и Бакс Банни сниму. Что он реально немного напрягает меня, этот Бакс Банни. Давай еще одного слоника найдем. 2 слона и 1 краб. Отличная команда. Команда моей мечты, если что. Если вы вдруг не знали. Самая лучшая команда на планете. Кстати, еще же и питомцы дают бонусы к деньгам. Мы с вами очень так неплохо подбустились. Так, а вот босс. Злой путешественник. Пи-у-оп. Как-то странно, что мы бегаем по джунглям и убиваем тигров. Да, это реально очень странно. Но 100 миллионов не за горами. И мы сейчас с вами апнемся до 150-го левела и попадем на последнюю локацию за 100 лямов. И я сяду на этот трон. Я уже могу, в принципе, сесть на этот трон. Мне ничто не мешает. Потому что я, наверное, единственный, кто дошел до такого уровня. А, нет, там тоже какой-то чувак бегает. Какой у него левел? 189-й. Нормально, просто Дима. Да, это как бы Дима, который дошел до последнего уровня с вулканами. Ну, неплохо так Дима поживает. В принципе, вполне реально накопить эти 5 триллионов. Да, сложновато, но опять же, я вам говорил, что до конца этого симулятора вы 100% не накопите 5 триллионов. Вам нужно будет разблокировать новые локации, покупать оружие, и в итоге нет смысла в этой оружке. Ее реально лучше покупать за робоксы. Ну, не за такие деньги, конечно. Если бы она стоила 100 робоксов, было бы шикарно. Ну ничего, вот я и попал в последнюю локацию. Тут у нас уже яйца за 100 миллиардов. Это вулканическая карта. Тут мы убиваем лавовых монстров или муравьев, да? Это лавовый муравей. Тут магма-босс. Магма-босс умирает все равно с одной тычки. И у меня уже 300 миллиардов. Офигеть, да, 5 триллионов очень просто накопить здесь. Давайте-ка мы с вами откроем эти яйца за 100 миллиардов. Открываем яичко. И кто упадает мне из этого лавового яйца? Героический Walk of No. Walk of No. Glorious. Это, я даже не знаю, что это слово значит. Glorious. Но супер редкий питомец. Летучая мышь какая-то. 4% на нее шанс. Ого, героический Pygnus. Лавовая свинья мне выпала. Ну и давай, на последние деньги. Открываю. О, опять. Это лавовая свинья. Ладно, давай мы ее наденем. Снимаем наших всех питомцев. О, здесь даже есть эволюция у питомцев. Крутяк. Evolve. 2000 мне нужно потратить. Нет, спасибо. Ну, это, в принципе, как Pokemon Go. Сейчас я выбил всех питомцев. Осталось только мне их эволюционировать. Мы с вами купили все оружки. Я купил себе классные кроссовки. Я большого уровня. Да, ну, впрочем-то, все. И больше мне нечего делать в этом симуляторе. Можно еще только выбивать питомцев. Но в этом уже не вижу смысла, раз мы с вами все разблокировали. Будем ждать новых локаций в этом симуляторе. Ну а на этом мой ролик подходит к концу. Ставьте свои лайкосы, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и оставайтесь такими же крутыми и веселыми. Adios. Playtime.